52-м году нашу Морозову разъединили надвое. Два колхоза было. Колхоз имени Ленина и колхоз Сталина. И их стали переносить. Нас, вот нашу деревню, часть колхоз Сталина, сюда перенесли, а колхоз Заветы Ленина за речку. Я в это время уже здесь все время не проживала, уже уехала работать. Это было время в 52-м году. Началось переселение. И первое, что здесь строилось, ну, я работала в школе в Верхоременском районе, а лето все время жила здесь, потому что мама у меня здешняя, и одну оставлять их было нельзя. И вот начали строить деревья с речной улицы, так как здесь были построены, ну, скот, для скота фермы была, строили доярка, скотником, председатель, там, этому, всем животноводом. А председатель колхоза жил вот в этом домике. А мы рядом с ними, мама моя построилась. А мы уже переезжали в 54-м году. Наша улица, ну тут строились, построили водокачку, только тогда мы поехали. Что мне запомнилось? Ну, работы были очень объемные. Вы знаете, нужно было на старой усадьбе убрать, завалить камнями там. Поддавали подъемные. Нам давали за наш дом 23 тысячи. Вот на эти 23 тысячи мы должны были сами строить. Строителей не было. Работали шабашики. Так, кто гвоздь умел бить, вот он и шел. Вот такие дома и строили. Гвоздей купить негде было. У нас здесь, как тебе сказать, магазинов не было. И приходилось нам ездить за этим строительным материалом или еще за чем-нибудь вискитим пешком. Электрички здесь не останавливались. Но здесь проходил Барнаульский тракт. Вот эта трасса здесь, это был Барнаульский тракт. И ездили на попутно. Выйдем, подняли руку, сели и поехали. Вот так покупали этот стройматериал, который помогали. Потихонечку стали строиться. Старая деревня, ну как, она была красивее. Это на берегу реки. Мы там прожили, детство наше прошло. Я родилась там, детство. Мы там бегали, купались, ловили рыбу. Может быть, было, и нам было жалко переезжать. И люди некоторые не хотели переезжать. Жалко было насиженного места, красоту. Но нас прельстило сюда то, что близко железная дорога. Поэтому здесь мы думали, здесь мы будем. А то ходили пешком до Старого Берска, до Сельской. Тогда была не Сельская, назывался 4-й разъезд был. Вот там, где сейчас Речуновка, это был 3-й разъезд, 2-й разъезд, все эти, там 1-й разъезд, а наш был 4-й разъезд. И мы с той деревни ходили пешком. И только считали, что это хорошо. И я устроилась работать. Тут моя приятельница на винзаводе мастером в газ-цех. И вот там мы познакомились со своим мужем. И потом, и в 70-м году, мы с ним сошлись. Его с 70-го года мы с ним живем. В 72-м году мы родились с ним сын, Андрюша еще. Так вот мы прожили здесь. На пенсию я пошла в 87-м году, но работала я до 90-го года. Еще 3 года работала на пенсии. Вот так я здесь и проработала. Общий стаж у меня 39 лет. А я прожила здесь... Ну, как вам сказать? Здесь родилась. Вот этому дому 100 лет, больше даже 100 лет, где я сейчас живу. Это дом моих деда, бабушки, мамы. Отец погиб у нас в 44-м году. И мы остались одни, мама нас воспитывала. Я выучила своих детей. У меня сейчас... Внуков. Сколько у меня внуков-то посчитать? Как?
Клуб наш работал всегда, все время работал здесь. А ведь тогда как работал? Потому что работала кинопередвижка. И все ходили в кино. Телевизоров не было, телефонов не было. И вот все ходили в кино. Как привезут фильм, полный клуб набивался народу посмотреть фильм. А сейчас что наши дети? Наши дети только вот он, смартфоны. А тогда этого не было. И работал клуб. И была работа такая, агитационная работа. Зав клубом обязательно должен был приходить на пяти... Вот начинается утром разнарядка. Она приходит и там лекцию читает. А к этой лекции обычно готовили. Или учителя должны приготовить, что-то там говорить. Или она, бедненькая, должна написать. Боевые листки выпускались. На поле ездили. Ведь работало поле. Сейчас-то никто не работает. А тогда работали. Тогда ведь надо было капусту сколько обработать. А там ни одну капусту, там овощей сколько было. И женщины работали на поле. Работали очень тяжело. Осенью особенно. Рубили капусту, замерзшие подолы были в снегу. Они с ножами рубили эту капусту. А вот и клуб работал. А обычно уже после закончатся все полевые работы, там проводили праздники. Проводили праздники, обязательно такие были, животноводство, тракториста, день доярки. И все это проводилось в клубе. У нас были такие Клава Комаревцева, потом Антонина Викторовна стала, Тимофеева. Ну, народ как-то ходил. Потому что не было таких же телевизоров, таких не было смартфонов. И мы, учителя, принимали в этом участие. Оформление, все праздники, все проводилось. Проводились все праздники, были. Было как-то проводили, а потом уже стали на пенсии. У нас всегда, вот Рената Васильевна уже здесь знает все это, как работать. Стали проводить. Дни пожилого человека. Они были очень интересными, были веселыми. Приезжали все к нам. Приезжали с Агролесов, представители, руководители. И мы все проводили здесь весело. Пели, танцевали. Все было хорошо. Ну вот я дожила самая старая, хоть и самая старая, старка у меня еще есть. Дожила до 90 лет. Хотелось бы посмотреть, как будет дальше. Библиотеке также 70 лет, как деревне Бердь. Но несмотря на век современной технологии, наша библиотека у жителей деревни Бердь очень востребована. И с моей стороны я, конечно, очень рада, что нашу библиотеку ценят и любят.
акушерский пункт меня пригласили работать предыдущая фельдшер деревни Бердь, Несова Людмила Николаевна. Первый выход мой был 16 мая 83 года. Работаю 40-й год. Сначала фельдшерско-акушерский пункт находился в деревне Бердь, улица Линейная, 6. Вот это здание построено в 1988 году. Капитальный ремонт в этом здании проходил в 19 году. Главным врачом в этот период времени была Дробинская Алла Николаевна. На ФАП деревни Бердь у нас проводятся прием детский, взрослый, инъекции. Далее делаются прививки взрослым и детям. Делается осмотр акушерки, если есть такая необходимость. Обслуживаются вызова. Жителям своей деревни желаю не болеть, быть здоровыми. И пусть в вашем доме будет всегда хорошая погода.